Так, очень быстро, 13 августа 2021 год, Харьков. Вот эта штучка между домами затесавшаяся, это Венера. Придется поверить на слово. Сто 182 миллиона километров до этой красавицы. 13 августа 2021 год, Харьков, 21:01 по Киеву, Харькова. Вообще вся затея снять одновременно Венеру, Юпитер, Сатурн и Луну. ИСО у меня сейчас 3200, это четвертый дубль. И, по-моему, у нас получится. Не знаю, как это будет выглядеть на экране, на мониторе. Ну вот. Нашел щелочку между высотками. Ты представляешь, а я уже отчаялся. Смотрю, нырнула за крышу наша планетка. По цвету больше Марс напоминает. Но это просто потому, что уже совсем низко над горизонтом. Через плотные слои атмосферы. Ну, наверное, все. А нет, вот она. Вот она, моя ласточка. Ладно, вот остановил камеру, жду, пока вползет Венера в кадр. Ага, напрасно, да, вот теперь она точно уже исчезла. Так, ребятки, извиняюсь, кому это. В окна залез. Это произошло ненавмысно. Так. Посмотрите теперь на эту красоту. Слушай, у нас точно получится и Венеру, и Луну. И Сатурн с Юпитером запечатлеть. Несколько секунд буквально уделим Луне. Ой, сильно извиняюсь за такое рябое изображение. 3200 ISO, как и сказал. Иначе наших планет было не снять. А теперь поехали к нашим замечательным Юпитером и Сатурном. Слушай, а при таком ИСО, так мы же, наверное, даже и спутники Юпитера сможем увидеть. Может быть, даже через облака. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Было бы неплохо, конечно. Что это у нас тут? Это у нас тут Сатурн. Противостояние Сатурна было 2 августа, сегодня 13, то есть 10 дней назад. Сатурн был на ближайшем расстоянии по своей орбите от матушки Земли. Ну, тут резкостью играйся, не играйся. Облачное сделает свое дело. Где ты пропал? Вот он ты. 1 миллиард
Да что ж такое? Один миллиард 339 миллионов километров. Да что? Вот так. 1 миллиард 339 миллионов километров до Юпитера. Господи, до Сатурна, конечно. А в момент противостояния он был 1 миллиард 337 миллионов километров. Ну, разница в 2 миллиона километров. При расстояниях миллиарды километров, конечно. Слушай, справа, наверное, Титан. Слушайте, вижу. Справа буквально пару колец Юпитера правее. Ёлки-палки. Неужели это будет видно на мониторе? Два кольца вправо от Сатурна. Белая блямбочка, как еще сказать. Титан. Поехали к Юпитеру. Вот кто все время себя оправдывает. Сегодня на работу ехал, сплошная облачность, темнотень ночная. Никаких там персидов вообще, о чем вы говорите. Но Юпитер, ну, пасаран торчит посреди черного неба. Вифлеемской звездой. Ну да, конечно. На спутнике я явно зря надеюсь. Уж больно облачно. Ну вот это я могу гарантировать, что Юпитер. 601 миллион километров до него.